Сейчас в этом видеообзоре я хочу попросить внимания владельцев автомобилей Mazda. И для них хочу показать вот такую вот кожаную, действительно по запаху кожаную обложку для документов с логотипом Mazda. Значит, что здесь? Удобные пластиковые карманы для техпаспорта, прав старого образца и нового образца. Вот эту вот штуку можно использовать для страховки или доверенности. Очень удобно сюда складывать ее вот таким вот образом. Вот. Различные документы, визитки, которые помогут вам избежать наказания за дорожно-транспортные какие-то происшествия и нарушения. И еще есть вот такой вот брелок, тоже с логотипом Mazda, только тоже кожаный, с таким удобным металлическим колечком. В общем-то, вот такой вот автокомплектик для документов, удобный такой, думаю, что надежный, будет вам служить долгие годы, я думаю, что даже дольше, чем ваш автомобиль. Вот, поэтому заходите в наш магазин, и у нас есть подобные документы для различных марок автомобилей. Обязательно что-то найдете, я думаю, что предложенное количество марок удовлетворит ваш спрос. Заходите, выбирайте, покупайте. Спасибо.